Соединение установлено. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Теперь все вокруг в огне. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, сэр, обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени, войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты... Кажется, связь оборвалась. Прайс, я еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Ты его видишь? Прием. Так точно, Соул. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, со мной и не высовывайся. Контакт. Патруль противника 30 метров прямо. 5 человек автоматы, осколочные гранаты. Одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. В сравнении с тем, что я видел в Припяти, это болонки. Хорошо, что ты оттуда выбрался. Вас понял. Обходим тихо и ликвидируем отставших. Терпение. Не делай глупостей. Надо снять их всех одновременно. Конвой, прячься! Пропусти их. Стали покурить. Займись одним, второй мой. Неплохо. Я готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Красиво. Соу, мы остались без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт? Работаю над этим. Отбой. Здесь не пройдет. Похоже, они нас ищут. Пропусти их. Я что-то заметил. Туда. Они прямо за холмом. Вперед. Туда. Живо.
впереди. Прикончи их или обойди, выбирай сам. Отлично. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Еще патруль с собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Сауф, как насчет поддержки с воздуха? Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Та скала подойдет. Роуч, бери управление хищником. Проклятье. Что такое? В деревне стоит ЦРК. Хищник сбит. Сол, нужен еще один хищник. Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь взять другое оружие. Спасибо за зенитки. Да не за что. Надо уходить, взрывы привлекут внимание. Thank you.
объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй беспилотник скоро прибудет. Осторожнее, их у нас не так много. Они нас видят. Огонь! Вы привлекли их внимание. База поднята под тревогу.